Здравствуйте, мои дорогие! Очень часто у нас под рукой находится большое количество полезных натуральных средств для ухода за здоровьем и красотой, а мы даже и не подозреваем об этом. Вот 5 замечательных способов использования этого овоща для красоты. Помогает распрощаться с мешками под глазами. Наверняка тебе хотя бы однажды приходилось использовать дольки огурца для борьбы с отеками и мешками под глазами. Эта область лица очень чувствительна. Продукты с высоким содержанием антиоксидантов и витамина С благотворно воздействуют на кровообращение этой зоны. Особенно эффективным является сырой картофель. Он стимулирует кровообращение и сужает капилляры, расположенные в этой чувствительной области нашего лица. Как же использовать сырой картофель для борьбы с отеками и мешками под глазами? Сейчас мы расскажем тебе об этом. Что тебе понадобится? 2 круглые дольки сырого картофеля, 1 см толщиной, 2 льняных платка, молоточек. Что следует делать? Очисти сырую картофелину и отрежь 2 круглые дольки около сантиметра толщиной. Измельчи их при помощи молоточка. Наполни льняные платочки измельченным картофелем. Приложи их к проблемному участку на 15-20 минут. Вот увидишь, результат не обманет твоих ожиданий. Удаляет пигментные пятна на лице. Другое полезное свойство сырого картофеля заключается в осветлении пигментных пятен на лице, которые появляются у людей с возрастом. В результате пятна становятся менее заметными. Сейчас ты узнаешь, как нужно использовать картофель в этом случае. Что тебе понадобится? Мякоть небольшой картофелины, 1 огурец, 1 столовая ложка яблочного уксуса 10 мл. Что следует делать? Первым делом необходимо мелко натереть картофель, затем сделать то же самое с огурцом. Положи оба ингредиента в небольшую емкость и добавь столовую ложку яблочного уксуса. Хорошо перемешай. Смочи в средстве кусочек ваты и нанеси его на лицо. Оставь маску на 15-20 минут, чтобы она подействовала. Когда указанное время пройдет, ополосни лицо теплой водой. Предотвращает преждевременное старение кожи. Из-за воздействия солнечных лучей, сухости кожи и недостаточного увлажнения эпидермиса кожа нашего лица быстрее стареет. Можно ли это предотвратить? Выполни массаж лица с небольшим кусочком картошки. Сейчас ты узнаешь, как это делается. Что тебе понадобится? 1 круглая долька картофеля толщиной в 3 см. Что следует делать? Выполнять эту процедуру нужно перед сном. Первым делом необходимо хорошо вымыть лицо. Затем проведи картофельной долькой по всей поверхности лица, выполняя круговые массажные движения. После этого ополосни лицо теплой водой и нанеси увлажняющий крем. Вот и все. Борется с акне и угрями. Сырой картофель содержит витамин С, калий, медь и серу. Все эти вещества способствуют глубокому очищению кожи лица и помогают удалять токсины. Это помогает вылечить акне и угри. Уверяем тебя, это средство очень эффективно. Рекомендуется использовать его каждый день перед тем, как идти спать. Что тебе понадобится? Круглая долька картофеля толщиной в 3 см. Что следует делать? Алгоритм действия тот же самый, как и в предыдущем случае. Разница в том, что в этот раз ополаскивать кожу после процедуры не нужно. Оставь картофельный сок действовать на всю ночь. Выполни следующие шаги. Хорошо вымой лицо так, чтобы на коже не оставалось жира и следов макияжа. Обработай поверхность лица кусочком картофеля, выполняя круговые массажные движения. Оставь картофельный сок на ночь, а утром умой лицо как обычно. Делает кожу отдохнувшей. В результате усталости, ежедневных забот, плохого сна и стресса наше лицо теряет свежесть и добавляет нам пару лишних лет. Для того, чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется пить больше воды, хорошо отдыхать, есть пищу, обладающую мочегонными свойствами, а также регулярно использовать для ухода за кожей лица сырой картофель. Вот увидишь, результат не заставит себя долго ждать. Что тебе понадобится? Мякоть небольшой картофелины, 1 столовая ложка лимонного сока 10 мл. Что следует делать?
Натри картофелину на мелкой терке. Положи картофельную мякоть в небольшую емкость и добавь столовую ложку сока лимона. Хорошо перемешай ингредиенты. Используй это средство перед сном. Нанеси маску на поверхность лица при помощи ватного диска. Подожди 15-20 минут. Когда указанное время пройдет, смой маску теплой водой. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!